да. Ну что, ребята, 800 лошадиных сил. Это вам не хухры-мухры. 12 цилиндров. Заводим. В принципе, такая как жидкость, как ацетон. Но она когда застывает, получается, делает защитную пленочку. И так это все выглядит, краска. Добрый день, друзья! С вами, как всегда, Алексей. Сегодня у нас будет серия о том, как мы будем полировать автомобиль и наложим сверху керамическое покрытие для того, чтобы машина сияла, вода скатывалась, грязь не задерживалась. Так что приступим. Еще один друг приехал. Одна, вторая, третья. Все красно, красно, красно. Ну что, делаем керамическую защиту на этом автомобиле. Сейчас полируем. И все у нас будет по красоте. Кому интересно посмотреть в дальнейшем видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. 800 лошадиных сил, 12 цилиндров, 6,5 мотор. Красавец такой, который стоит где-то 340, наверное, тысяч евро. Так как царапин не сильно много, можно полировать щадящно. Вот у нас еще два аппарата. В дальнейшем их тоже сделаем. Поехали. Для начала мы все обклеиваем, что можем испортить. Политурой. Так что все сетки, весь пластик, все отклеиваем. Колеса у нас пойдут в покраску, так как здесь мы имеем царапину. И с другой стороны также снимем и отдадим покраску. Так, друзья, все я оклеил, что могу испортить. И начинаю мелкие детали полировать пастой. Возьмем вот этой с Оноксом. В принципе, без разницы какой. Короче, начинаем полировать вот этой пастой. Друзья, пару раз заполировал. В принципе, доволен. Сейчас мы все это тряпочкой вытираем. Чистенькой. И затем обезжириваем. Ну, этот процесс не буду вам показывать. А так все понятно. Полировал я вот этой машинкой разными пастами, разными шайбами. В общем, подбирал. Нельзя сказать, надо вот этим полировать, этим. Надо, короче, пробовать. На каждых лаках разные пасты, шайбы. Все в таком роде. Ладно, утираем. Так, друзья, спустя какое-то время все я вытер, все отлично. Где заполировал, где еще были косяки. Сейчас брызгаем и чистой тряпкой убираем, обезжириваем автомобиль. Так, друзья, машину обезжирили. Сняли колеса на покраску. Офигеть, да? Это сколько сантиметра? 4, наверное, 3,5. Подвесочка. Красота. Брембо. Бывает от разных фирм. Некоторые нужно несколько слоев делать. А мы будем, мне кажется, однослойным делать. Еще сам не знаю, какой будет. Попозже все покажу. На ту машину Ferrari будет наклеена спереди защитная пленка. Так, у этого авто я пленку спереди оторвал, все заполировал. Сейчас вам покажу кое-что. Видите, какая красота.
можно видеть мотор. Да, класс. Заполировал. Мотор заполировал. Карбоновый. Красота. Красота. Наклеим пленку впереди и будет все алькантара. Карбон. Так, полировать будем вот этой вещью. В принципе, такая как жидкость, как ацетон, но она когда застывает, получается, делает защитную пленочку, и вода отлично скатывается, и машина блестит. Так, покажу, как это наносится. Так, капаем несколько капель, это можно побольше делать. У разного производителя свои, короче, средства. Так. Самое главное не забыть, где делал, где не делал. Наносим. И затем через 2 минуты все это стираем. Ну, получается оно такое как бы влажное. И натираем тряпкой. В принципе, соль такая, что самое главное не забыть, где ты делал. И большие места не наносить, типа сразу багажник, например, там или крыло. Все, сейчас ждем 2 минуты и стираем. А пока у меня уже есть немного опыт, я другое намажу. Пока это высыхает, короче, делаешь другое, намазываешь и вот так идешь. Здесь, конечно, на Феррари тренироваться, скажу я вам, не сильно комильфо, потому что не знаешь, где остановиться. Ну, в принципе, даже если пройдешь по второму кругу, ничего страшного не будет. Так. Все, ждем. Так, время прошло. И просто вытираем. Как бы натираем ей. Реально блестит отлично. Хотя, на взгляд, сильно не скажешь, что большая разница после полировки и это вещь. Вот, друзья, утром пришел, ночь простояла гладкая, пригладкая. Сейчас сравним с другой. Ее просто полировал. Слышите? Рука все равно тормозит. Так что керамик есть керамик. Ладно, ждем колеса. Ставим. И смотрим. Друзья, на этой ноте заканчиваю наш репортаж. Всем, кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Если будут вопросы, обращайтесь. Пока. Берегите себя.